В декабре ульяновцы готовятся к Новому году, покупают подарки для близких людей. А депутаты городской думы вместе с сотрудниками администрации собрали все необходимое для наших военных. Горелки для обогрева, пленки для блиндажей и гостинцы к чаю. Несколько машин укомплектовали гуманитарной помощью. Закупили коптеры, закупили то, что 345-й полк запросил. Мы на связи с командиром полка. Это в первую очередь сейчас обогреватели, газ в баллончиках, это плитки. Вот. Ну и опять же техническая помощь. Помогли со сборами транша представители таджикской и узбекской диаспор. Активистов из Средней Азии скоординировали специалисты Центра адаптации иностранных граждан. Я лично в этом процессе участвую, уже еду 9-й раз, мы едем. И самое главное для людей, чтобы они понимали, что вот то, что они собрали, то, что они купили, это дойдет до бойцов. Мы однозначно приедем, мы однозначно передадим. Обогреватели и палатки взрослым, а детям новогодние подарки. Таджикская диаспора отправила и теплые вещи ребятам Донбасса. Мы участвуем в рамках акции «Помощь детям Донбасса». На Новый год мы купили подарки и теплые свитера. Наша диаспора как бы изначально с СВО участвует в такие акции. Как бы мы приготавливаем плов ребятам, как бы и до этого мы отправили сапоги, нижнее белье, шапки, шарфы и много чего другого. Мы как бы постоянно участвуем и будем участвовать в дальнейшем в таких акциях. Ульяновский государственный университет и общественная организация «Боевое братство» также подключились к гуманитарной миссии. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.